Яцкий, потому что отсюда шла древняя дорога на город Яблоко. Это своеобразная Одесса древнего мира, портовый город. Единственный портовый город, единственная гавань, которая была более не менее пригодна для судоходства. Все паломники приезжали на Святую Землю через город Яблоко. Поэтому это были главные ворота города. Стены, которые вы видите вокруг, это стены, построенные султаном Сулейманом Великолепным. Знакомы с таким? Лично. Жену его Роксолану знаете? Украинку. По ее просьбе султан Сулейман строит эти стены. Для этого он нанимает двух архитекторов, которых он обещал щедро наградить, если стены будут хорошие. Но с другой стороны, как-то денег жалко. И он говорит, что гробницу царя Давида на Сионской горе вы оставили за пределами стены. За это я вас должен наказать. Как он наказал, как он наградил, я вам уже покажу внутри стены. Наказание он этих двух архитекторов казнил. А в награду похоронил внутри стен старого города. Нормальный султан, правильный, правда? Вот их две могилки, друзья, вот прямо здесь, за этой оградой. Правильное султанское решение. Все, мы внутри стен старого города. Большая часть святынь христианских, включая храм гроба Господня, находится в мусульманском храме. Вопрос следующий, друзья. Мусульмане есть среди вас? Нет. Если кто-то хочет вместо храма гроба Господня посетить мечеть Иракса, мечеть на скале, скажите мне об этом, я тогда постараюсь найти людей, которые вас отведут. Хорошо, встретимся потом в Августине Плаще. Договорились? Окей. Все, теперь мы идем с вами напрямую в храм гроба Господня, мы сейчас прямо выйдем на площадь. Друзья, не обижайтесь, я не буду вам сейчас сразу рассказывать о храме и все остальное. Наша главная задача – попасть в гробницу Господню. Предупреждаю, очереди сумасшедшие. Пожалуйста, водички-ка лед на хочи, водички-ка лед на хочи. А без я гробут будем бери. И что ходить не по-русски, и что хочи. Водички-ка лед на хочи. Водички-ка лед на водички. Он всички-то может иметь, можно здесь другое слово говорить. Наверное, чуть другое слово говоришь, нет? То, что ты говоришь, это понятно. Нет, свечки надо купить. Свечки здесь дешевле. Димка говорил, что на улице свечки дешевле. Dobbiamo contare, forse ce l'abbiamo. Друзья, сейчас напрямую. Вы последние. Сейчас напрямую мы идем становиться в очередь в гробницу Господню, место, где Иисус Христос был похоронен, откуда Он воскрес. И там я уже все вам расскажу. Хорошо, времени у нас будет много. Я видео смотрел.
если здесь еще этот святой огонь сходит. Благодать. Знания, они еще не знают все, что нужно. И самое главное, они еще не умеют говорить на различных языках. О чем это говорит? Только через 40 дней, на 50-ницу, на апостол снисходит Святой Дух. Они начинают говорить на многих языках мира. После чего они могут вести его учение в мир, по всему миру. И только после этого земной путь Иисуса Христа закончен. После этого он возносится на небо с восточной горы, на 40-й день, уже окончательно. До этого он продолжает учить людей на земле. Сама традиция, она внутри. Как вы понимаете, прошло много лет, прошло около 2000 лет. И тут у меня задавали вопрос, а правда, что пещера не сохранилась? Она не сохранилась в том виде, в котором она была 2000 лет назад. Потому что многочисленные разрушения. Сам Иерусалим был, его штурмовали 19 раз, его 2 раза разрушали до основания. Каждые 100 лет у нас происходят большие серьезные землетрясения. А в 1808 году здесь был большой пожар, когда весь храм сгорел на склад. И то, что мы видим сейчас, там вокруг нас построение, было построено в 1810 году после пожара. В пожаре обвиняют армян, того армянского священника, который заснул, читая книгу. Что свеча у него упала, он заснул и сгорел храм. Плюс нормальное человеческое желание украсить святыню. Поэтому, когда мы зайдем внутрь, вы увидите, что оно все так же состоит из двух частей. Нижняя часть сохранилась точно так же. Купол пещеры другой. А нижняя часть такая же. Две маленькие пещеры, одна за другой. Вы будете заходить вовнутрь, первое, что вы увидите, это первая пещера, называется Плетен Ангела. Там за стеклом посредине будет лежать кусочек того камня, на котором сидел Архангел Гавриил. Ему обязательно нужно не трогаться. Ходить стоят две свечи, как правило. Вот существует традиция провести рукой над огнем. И когда вы зайдете во второй предел, с правой стороны у вас будет каменная лежанка. Это и есть то место, где лежало тело Иисуса Христа. К этому месту всем обязательно нужно подойти, приложиться с уважением ко всему. Отсюда же, с этой куклы, происходит благодатный огонь внутри. Было понятно, как это происходит. Происходит это очень просто. Заходит 2 человека вовнутрь перед Пасхой. Один из них греческий православный патриарх. Вы знаете, что на Святой Земле нет русского патриарха, нет румынского, нет еще кого-то. Есть только греческий. Его по традиции обыскивают наши полицейские. И когда он заходит вовнутрь, за ним заходит еще представитель армянской церкви. Но он остается в пределе ангела, они заходят вовнутрь. Что там происходит, не знает никто, кроме по поводу снисхождения благодатного огня. Действительно, никто не знает, как это происходит, кроме самого православного патриарха. Мы знаем одну вещь, что есть 2 вещи, которые рассказывают, что первые 10 минут, 15 минут,
благодатный огонь не обжигает. И вторая, что в это время здесь под куполом видны вспышки, видны молнии и все остальное. И то, и другое оправдано. Но то, что происходит под куполом, здесь находятся тысячи людей, например. Из них по меньшей мере половина с фотоаппаратами. Из них очень много корреспондентов. Поэтому то, что мы видим наверху, это вспышки фотоаппарата. Но то, что могу точно сказать, первые 10-15 минут люди умывают свои руки. Мы действительно не обжигаем. Говорят о том, что не было за 2000 лет ни одного года, когда благодатный огонь не снисходил. На 99,9% правда, один год. 1101 год, это запечатлено в хрониках крестоносцев, когда католики вместо православных хотели получить благодатный огонь, в этот год благодатный огонь не снизошел. И все по той причине, что в этот год первый король Иерусалима, Болдуин I, коронуется, но не в Иерусалиме, а в Вифлееме, в этом Иерусалиме. Его предшественник не хотел этого делать. Предшественник сказал: я не король, я хранитель святой земли. Я не могу короноваться в том месте, где сам Спаситель был коронован терновым венцом. Я не могу одевать золотую корону в этом месте. И вот эти два события в этот год, благодатный год, не снисходил. Когда мы пройдем дальше чуть-чуть, нам осталось совсем немного, друзья. Мы молодцы, и нам, видимо, Бог с нами, он нам помогает. Мы недолго до сегодня стоим. Когда подойдем поближе, вы увидите, что это самое, конечно, святому приовальные отверстия. Именно через эти отверстия передается благодатный огонь. Люди, и отсюда он идет по всему миру. Что у вас получается? Каждый с собой у вас носит кусочек благодатного огня. Местные батюшки говорят, что не надо, что нельзя их поджигать дома эти свечи. Что уже кусочек огня с вами он вас хранит. В любом случае есть версия о том, что можно поджечь и очищать дом. Пообщайтесь у себя там, на месте с вашими батюшками. Сейчас мы храм гроба Господня, посещаем гробницу Господню. И еще пару мест я постараюсь вам показать. То, что не входит в наши планы, я постараюсь вам показать еще пару мест. После чего стена плачет. Оттуда мы едем в Вифлеем. Все слышат? Оттуда мы едем в Вифлеем. И в первую очередь, я понимаю, уже, судя по вашим лицам, вам нужно дать немножко телесной пищи. Правильно? Вас нужно покормить. После чего мы поедем в место, где вы сможете приобрести все, что вы хотите. И у нас остается храм Рождества Христова, где вы сможете все осветить. На месте, где родился Иисус Христос. Понятно? Все. Те, кто едет на второй день, вы будете так. Вы будете в церкви Благовещения, в Назарете, в том городе, в котором родился Иисус Христос. Вы будете, скорее всего, я не знаю, какой гид с вами будет. Я вас оставлю в гостинице, я вас там поселю. Хорошо? Попрошу так, сделать так, чтобы вас потом от храма Рождества вернули в гостиницу. То есть из-за того, что мы поздно начали, у нас очень много изменилось, поверьте. Поэтому, чтобы вас вернули обратно в гостиницу, завтра утром без 15:07 за вами заедет автобус, и вы поедете в Назарет. Кана Галилейская, первое чудо, которое сделал Иисус Христос, обычно это происходит, если все будет хорошо. И 100% то, что у вас будет, это место крещения, где вы сможете креститься в Иордане. Может быть, я не знаю, кто и как будет вести, еще одна церковь на Галилейском море. Я не знаю. Тем, кто не слышал, почему мы притормозили сейчас? Сейчас идет служба у армян. Она длится 15 минут, среди них приблизительно половину времени запускает еще в гробницу, а потом они служат внутри. То есть максимум мы задержались 15 минут, потом продолжили путь. В гробнице принято зайти во вторую комнату, во вторую часть гробницы. С правой стороны, место, на котором лежало тело Христова, к нему подойти, к нему приложиться и выйти оттуда. Все.
Вот что-то говорили, еще даст свечки над какой-то водить. Значит, при входе, свечи обожжем, когда уже выйдем из гробницы. Хорошо? При входе вы заходите в две комнаты, одна за другой. В первой комнате предел ангела. Там камень за стеклом, на котором сидел архангел Гавриил. К нему нужно прикоснуться, и там, как правило, стоит две свечи. Над ними принято провести руками. Сейчас пойдет армянский. Просто не пробежал. Птицы, конечно, летают вообще балда. Mm-hmm. Тут голуби летают. Mm-hmm. Видел, да? Слышал скорее. Mm-hmm. Не, я сейчас видел. Не видел. Что-то. Mm-hmm. Там, сейчас вот там какой-то здесь вот. Там сейчас пойдет? Да, слышно. Но... Пойдет. Что-то мне так не слышно. Я знаю, православие, лютеранство, католицизм. Это вообще разные немножко. Это уже за православие. А в православии есть разные. Угу. Что изменилось? Фотографии его нет. Он смазался. Ох, как на его дед. Он вампир. Что-то вкусное дает. Опять соколье. Кто-то сейчас раскачет. Горбайт. Интересные монастыри, интересная религия, ну, в смысле, так, интересное подразделение православия. Это пробный заход. С этой точки зрения более безопасно размахивать на голову. Или восьмерка спокойно. Кто-то в другую сторону поскакал. Какой-то он левый. Угу. Если это самое. Часовые стрелки закручивающиеся и полотен. Я тут тоже в качестве. Что, спаял, Наталья? У меня просто был выпуск. Это ладно. Ну какая же это шпонь, это же ладно, это же благовоние. Правильно. О, вспомни священника, который на тебе нарисовал. Чего? Он на тебе не нарисовал. Вот на тебе рисовали, точно. Нам нарисовали. А на тебе рисовали? Да. Кто чем рисовал? Слушай, у них так интересно, это самое. Они берут вот, и рисуют на руках, например, специфические рисунки. Причем мгновенно. Бьют руку, послушай, как лучше. Фактически у тебя на твоем теле рисуют все интересные рисунки, которые еще двигаются, если ты сгибаешь, соответственно. Вот так вот показывают. Они такие вот священники. Они вообще как-то так... Причем у них священниками становятся люди, получившие, по-моему, 3 высших образования. Как-то понимал так, да? В несмежных областях еще добавить. Да. Одно из них поверно. Не вспоминаем тогда зиму. Не удивлюсь, если оттуда и взялся. Ну, вот как-то очень похож. Не знаю насчет Азимова, но... Действительно, на редкость удивительные люди. Умел познакомиться, скажем так, с нами вот один очень долго возился как раз таки. Именно нами заинтересовался, с нами вот, то есть была группа 20 человек, у нас 20 человек там пристали, да? Он выделил именно нас и возился с нами. Было интересно. Да, еще у них иконы продаются там по... Долдору, например, вот такая вот. Ты же понимаешь, да, но вот там не стоит. Просто пытаться физически.
Вот, наш православный. Какая другая разновидность голубя. Ближе к нашему еще. А вот сидит. Не серенькие. У меня же не серенькие, а коричневые. Клюв за глаз. И глаза вперед. И идет машина. Главный момент самого этого места, то, что здесь находится куб земли. Знакомы с ним? Слышали об этом? Давайте мы к нему подойдем. О, это еще один куб земли. В Греции мы уже видели куб земли. Остановите у него палку. Вот, друзья, смотрите. Один из древнейших артефактов на территории храма гроба Господня. Чем он нам важен? Это куб земли. Первое упоминание приблизительно 350 год нашей эры, 1650 лет назад. У него есть несколько символичных значений. Первое. Ровно половина расстояния от гробницы Господней, в которой мы с вами сейчас были, до Голгофы, которая находится на таком же расстоянии отсюда. А второе, обратите внимание, чаша символизирует собой Вселенную. Шар, вы понимаете, это земной шар. Крест – это христианский мир. Это его центр, куб земли. Существует традиция, которую нужно приложиться и загадать желание. Не обязательно делать поодиночке. Можете сразу несколько человек прикладывать и загадывать желание, но обязательно должно сбыться. Так об этом говорят люди, которые здесь побывали неоднократно. Так что давайте прикладываемся и продолжим потом наш путь. Мы попробуем подняться на Голгофу. Поднимемся потом оттуда к камню помазания. То есть ваши нательные крестики, там, платки, может быть, что-то еще, что у вас есть. Вы можете там осветить. На камне помазания все остальное. Есть два места для освящения. Это камень помазания в Иерусалиме и место Рождества Христова в Вифлееме. И то, и другое, оно равноценно абсолютно. Поэтому дотронемся, мы уже здесь дотронемся к месту и на выход, потому что нам еще идти к стене плача достаточно долго. Хорошо? Все готовы? Тогда давайте за мной на Голгофу. Хорошо, звучит. Отлично сказал. Вот, кстати, камень помазания. Да? Думаю, что это камень помазания. Мы с вами поднялись на Голгофу. Как вы знаете, на территории храма гроба Господня находится 10 из 14 станций скорбного пути, у нас находится 5. Скорбный путь, это что называется Виа Долороза, путь, которым Христос шел на Голгофу, шел на распятие. 10-я станция находится здесь за окном. Это называется предел деления рис. Мы знаем, что солдаты римские разыгрывали польские одежды Иисуса Христа перед распятием. По традиции практически это место здесь. Прямо напротив нас. Видите потрясающую мозаику. Как вы понимаете, это место прибиения к Христу. Это 11-я станция на скорбном пути. 11-я станция – станция прибиения к Христу. Когда с Иисуса сняли одежды, солдаты разыграли в кости. Иисуса прибивают к Христу.
Мы знаем, что, как правило, кресту не прибивали, а привязывали. И я понимаю, что большинству из вас кажется, что это гораздо более жестокое наказание. На самом деле, как это ни парадоксально, это наоборот. Сейчас объясню почему. Когда человека привязывали к кресту, он умирает от того, что его мышцы устают, не могут держать, и внутренние органы западают, он умирает от удушья. Это очень длительная и мучительная смерть. Если хотели сократить мучение, то тогда прибивали. Если прибить определенным образом, человек теряет большое количество крови, он ослабляет быстрее, кровь происходит быстрее. Поэтому, как это ни парадоксально, прибить кресту – это какой-то акт сожаления, сострадания. Это странно, страшно, но это факт. Еще один маленький момент. Если хотели, чтобы смерть пришла еще быстрее и менее мучительная, тогда еще одно страшное действие – перебивает голень. Вы слышали о том, что Христос перебили голень, чтобы ноги не могли держать, чтобы это произошло как можно быстрее. Вы знаете, что солдаты подносят Иисусу Христу что? Подносят Ему губку вместе с уксусом. Нам кажется, что это сделано для того, чтобы еще усилить его мучения. Теперь одна из моих специализаций – это история как раз римского периода. Дело в том, что не было спирта, не было йода, не было зеленки – это первое. А во-вторых, римским солдатам и очень часто использовали уксус для того, чтобы обеззаражить раны. Второе, римским солдатам запрещали, как и всем солдатам в мире, пить на посту. Кто они пили? Традиционный напиток – это вино, разбавленное водой. Но тем, кто был на посту, они привыкли пить этот напиток. Пить алкоголь нельзя, и они пили слабый винный уксус, разбавленный водой, чтобы он давал тот же самый вкус. Вполне возможно, они поднесли свой самый напиток просто из жалости. Вполне возможно, это. Но место распятия, как я говорил, 11-я станция. Под ней находится алтарь, подаренный семейством Медичи в 18 веке. Такого наверняка слышали это имя. Здесь у нас находится сама Голгофа, она православная. То есть католический участок – это вот тот, в котором мы сейчас стоим. Мы видим алтарь, на котором есть внутри статуя Богородицы. Видите? Кто поближе видит, что у нее в сердце торчит кинжал. Значит, господа, отсюда уже можно попытаться понять. Когда вы пройдете, вы все это увидите. Это древнее, это ветхозаветное предание. Значит, о деве, которая родит Спасителя, ее сердце будет проткнуто кинжалом. А с другой стороны, это, не дай Бог, кому-то такое представить, но попробуйте мать, которая стоит рядом с тем местом, где казнят страшной смертью ее сына на распятии. Это и есть кинжал в руку сердца. Мать, которая смотрит, как умирает в нашей смерти и несет. Там находится алтарь над самой скалой, на которой было отверстие, куда вставили крест с Иисусом Христом. Там есть алтарь. Вам нужно будет опуститься на колени перед алтарем, опуститься вниз. Там будет отверстие, куда вы опустите руку и дотронетесь до того отверстия, куда вставляли крест, на которой капнули кровь, капли крови Иисуса Христа и капли внутри крови. Вы дотронетесь туда, и вы дотронулись до Голгофы. Видите, над крестом есть надпись. Видите? В переводе с арамейского это означает «Царь Иудейский». То самое обвинение, в чем обвиняли его римляне. Иисуса распяли не одного, распяли еще двух человек. Хорошего вора и плохого. Хороший вор – это тот, который раскаялся, плохой – это тот, который нет. Поэтому, когда через 300 лет сюда приезжает императрица Елена, мать императора Константина, который, собственно, сделал Римскую империю, впоследствии христианской, она занимается поисками святых мест, она находит границу Господню, в которой он верит. Она находит камень помазанный, она находит Голгофу, и она же находит истинный крест, крест, на котором был распят Иисус Христос. Недалеко отсюда, здесь, на территории храма. В большом водосборнике, который превратили в мусорную свалку. Что важно? Она нашла три креста. Как вам определить, какой из них настоящий? Не знаю. Дело в том, что когда она нашла три креста, все детали уже были к тому моменту известны точно. Поэтому патриарх Иерусалимский Макарий указал на то место, где по предании
Украине, которая преподавала тесное общение, это все через кресты. И, собственно, когда она нашла три креста, нужно определить, какой из них какой. И она отламывает одного кусочка, одного креста кусочек, поднимается наверх из пещеры, поднимается на верхнюю улицу, по которой шла процессия, и кладет больной женщине на живот. Женщина начинает улыбаться. Она понимает, что если женщина не исцелилась, но улыбается, значит, это крест хорошего уровня. Распускается руки, отламывает еще кусочек, поднимается, кладет ей на живот, ничего не происходит. Значит, наверное, это крест плохого уровня. Только третий раз, когда она спустилась, отломала кусочек, положила женщину на живот, она встала с силок, начала носить со всеми вопросами исцеления. Так был определенный свой крест. Он находился на Голгофе до 614 года. Вот этого перса за разбитие, которые закрыли город и устроили погромы христианские, они носят крест с собой, он был в золотом окладе. Через 14 лет византийский император Ираклий возвращает их назад. Еще через 10 лет сюда приходят мусульмане, получается 638 год. Они ничего не разрушали, наоборот. Крест находился до 1187 года. Кто-нибудь из вас видел фильм, который называется «Царство Небесное»? История, описывающая крестовый поход, в принципе. На последнюю свою книгу первого Иерусалимского королевства крестоносцы выходят и несут с собой самый важный артефакт – истинный крест. Битву они проигрывают. Но возникает вопрос, куда делся после этого креста. Некоторые говорили так, что крестоносцы, понимая, что битву не проигрывают, поломали крест на маленькие кусочки, и каждый из них унес в свою деревню, в свой город, откуда он пришел кусочек креста. Это объясняет большое количество кусочков креста по всей Европе. Другие говорят о том, что крестоносцы, зная, что проигрывают битву, закопали его там, на горе Хити, на севере страны. Кто будет завтра ехать на второй день, это долгий день, это будет. Есть шанс, что в ближайшие годы мы не найдем. Почему? Потому что мой приятель, и он копает сейчас в этом районе. У него цель, определенная цель. Есть последняя версия, говорящая о том, что его предлагали через буквально. Сережный метод подсчета контактный. Угу. И главное эффективно. Да, конечно. Не, можно в Питер стоит, конечно, что мне будет скажем больше. Чем...
Вот вы где. Друзья, как вы и поняли, мы с вами сейчас идем по жилому кварталу, по мусульманскому кварталу. Сейчас идем к селу Плачу. Буквально через несколько минут мы будем подходить, мы будем проходить проверку, как в аэропорту. То есть там будет такой магнитометр, будут стоять охранники и будут нас проверять. С левой стороны от него есть столик, на него все металлические предметы, камеры, сумки. И сами проходите через магнитометр. Подъем на травку. Вообще ориентироваться. $1 Друзья, идите сюда, на терминал. Металлические предметы, фотоаппараты, сумки слева, а вот и стена Плача. Я знаю, что стена Плача называется Анатолий Бутылье. На всех остальных языках она называется Западная стена. Что такое стена Плача? Это западная стена храмового комплекса, который был построен на Дании. Внешние стены храмового комплекса это 400 на 500 метров. Западная стена находится перед нами. Почему именно она, а не какая другая? Потому что именно за ней, с другой стороны этой стены, находится тот самый золотой купол, который мы с вами видели. Помните? Что такое золотой купол? Это купол над скалой, краеугольный камень, на котором стоял Господь создавая мир. На этой же скале отец Авраам приносил жертву своего сына Исаака. Знаете, то есть, да? Когда он занес свой нож, на первенца, которому 38 лет, на младенца, голос Господень сказал ему: принеси вместо него жертву Агнеца. О чем он говорит? Агнец Господень, префигурация. Это Агнец Господень, в конце концов, Иисус Христос тоже Агнец Господень. Первая в истории замена человеческого жертвоприношения животных. И после разрушения Иерусалимского храма, который стоял на том же самом месте, там стоял Иерусалимский храм, там же стоял ковчег Завета и скрижали Завета. После разрушения этого храма, это первый раз в истории человечества замена жертвоприношения молитвы. Теперь, много лет назад, когда сюда приезжали первые туристы из бывшего Советского Союза, или тогда еще Советского Союза, ну, кто-то бывал здесь, наверняка слышал. Говорят о том, что турист говорит, сел в такси, потому что гидов русскоязычных было мало, и говорит такую вещь: отвези меня туда, где евреи плачут. Таксист оказался не без юмора и отвез в налоговую. Теперь, на самом деле, можно объяснить, почему стена плачет, а стена плачет. Сейчас я вам объясню. Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел еврейскую свадьбу хотя бы по телевизору? Нет? Есть такой тканевый навес, под которым стоит жених и невеста. И в самый важный день своей жизни они произносят такие слова: пускай сохнет мой язык, пускай сохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим. И в память о разрушенном храме разбивается ногой стакан. Не на счастье, а в память о разрушенном храме. Нет для иудеев ничего, кроме Господа, Господ и за ним Иерусалим, и потерянный храм, которого нет до сих пор, на месте храма стоит другая святыня. Нет ничего более важного для них, ничего более святого. Поэтому люди, которые подходят сюда, они иудеи, они если плачут, плачут о чем? Плачут о потерянном храме. Теперь, в связи с тем, что там стоял дом Господа, а Господь для всех един, будь то иудеи, будь то христиане, будь то мусульмане, молимся мы по-разному, да? Воспринимаем по-разному. Господь он один. Дом Господа там. Там стоял ковчег Завета, и скрижали Завета. Те 10 заповедей, которые дал Господь через Моисея всему миру, всему человечеству, все, что мы соблюдаем. Поэтому есть одна из самых главных святынь. Что вы должны сделать? Когда вы подойдете к стене Плача, подойдите как можно ближе. Положите одну руку, либо две, можете прикоснуться головой. Попросите у Господа все, что вы считаете нужным. Поблагодарите Его обо всем. Писать записки сейчас не обязательно, вы в прямом контакте. Это все равно, что со всеми с вами начну сейчас говорить по мобильнику.
вот на таком расстоянии. Вы в прямом контакте. Поблагодарите за все, не забывайте себя любимых. Постарайтесь как можно конкретнее. И когда закончите, хотя бы несколько шагов сделайте назад. Почему? Чтобы не поворачиваться причинным местом к святому. Теперь еще один нюанс. Мужчины обязательно в головных уборах. У кого нет, там на входе есть шапочка. Ермолка, она же кипа. Что это такое, объясню потом, когда будем уже ехать в автобусе на обратном пути. Женщины, плечи, колени, все то же самое. Незамужним девушкам не обязательно прикрывать голову. Замужним теоретически да, но если об этом не знают, то... Теперь, мы обратили внимание, мужчины отдельно, женщины отдельно. Как и в исламе, записки высовываются между камнями в стене. Как и в исламе, так и в иудаизме, собственно говоря, женщины отдельно, мужчины отдельно. Сразу свободные женщины Востока должны знать свое место. На самом деле не поэтому. С точки зрения иудаизма, женщина не обязана молиться столько, сколько мужчина. У нее висят и другие обязанности, больше, чем у мужчины. Женщину не ущемляют ни в коем случае, чтобы вы поняли, тем, что места меньше. Наоборот, у женщины в иудаизме очень много прав и обязанностей. Но прав больше. Ну так, чтобы подвести итоги. Мужчина, женщина обязана содержать мужчину и семью, то есть дом чистотинский. Мужчина обязан обеспечивать финансово и обязан удовлетворять жену. Если он этого не делает, жена имеет право развестись. В субботу обязан два раза. Если он этого не делает, жена может с ним развестись. Так что имейте в виду, у женщины много прав. Теперь, друзья, раньше для того, чтобы войти в храм, нужно было пройти ритуальное омовение, как крещение через бассейн. Сегодня этого нет, поэтому нужно помыть руки перед тем, как вы заходите к святыне. Кто хочет увидеть, давайте я вам покажу. И потом мы двигаемся к стене плача. Ну, пошли поплачу. Ну, еще чуть-чуть. Отлично. Забрали полностью. Омываете левую рукоятку, просто поливайте, чтобы она была чистая. Потом раз, два, три, моете левую руку, она чистая, чистой рукой, чистую рукоятку, и то же самое с правой рукой. И в принципе можно идти к стене. Это традиция. Кому нужно наполнить воду, у кого остались бутылочки, кто хочет наполнить воду, вот здесь, вот с левой стороны от меня, где мужчина же стакан набирает. Там питьевая вода, здесь нет. В Израиле несколько видов воды. Есть питьевая, техническая, для дома, для готовки много. Для орошения, не разные. Качество закрыто. Отличный парк, так что, в принципе, в одно из ваших посещений сможете прогуляться в ад, посетить пещеру. О чем идет речь, чтобы было понятно. В этом же месте, практически 2500 лет назад, было капище тому же самому богу Молоху, которому приносили человеческие жертвоприношения, как правило, первенцев, младенцев. Архитекторы, когда раскопали это, археологи, когда раскопали это место, они обнаружили большое количество детских костей, уже обгоревших в плане большей части своей. Почему? Потому что евреи боролись с этим культом около 300 лет. Победить его было очень сложно. Когда смогли победить этот культ, то они решили огнем выжечь эту нечисть, как это обычно и происходит. Сбрасывали туда мусор, дрова, и у нас плохо с горючими материалами, поэтому серу с Мертвого моря, который там добывается, и битум, который там же добывается, сбрасывали туда вниз и все это поджигали. И для того, чтобы огнем выжечь эту нечисть. И вот все наши представления, какие мы сегодня знаем об аде, вечно горящий огонь, жар и запах серы, это оттуда, собственно. Вот сейчас вы его увидите, внизу будет такая очень симпатичная долина. Долину под нами. Вот это и есть гиена огненная. Вот в ад. В самом низу долины, внизу. В самый низ нужно уйти. Вниз еще приблизительно километр, и там будет эта пещера. Она сегодня, собственно, закрыта. Ее туда сейчас выпускают. Есть люди, которым нужно туда попасть. Ну, как бы, как в любой стране мира, у нас тоже периодически возникает там секты сатанистов и так далее, и так далее. Но закрыта она по другой причине, потому что кому, ну,
Есть в этом карма, как это говорят буддисты, нехорошая, она не ходит люди. Ну, в общем, это ничего не все. Вот прямо через дорогу, видите, белые здания с красными такими розовыми черепичными крышами. Это еще одно адское изобретение человека. Это синематека, это Иерусалимский дом кино. К вопросу, почему адское изобретение, потому что есть тенденция. Если в дома есть телевизор, детей значительно меньше в семье. Как только телевизор пропадает, количество рождающихся детей в семье увеличивается в несколько раз. Поэтому от лукавого это дело не просто так. Здесь живет около 800 тысяч жителей. Шерзан является самым большим городом Израиля, хотя если Тель-Авив в чистом виде, это 400 тысяч практически. Если взять все города-спутники, получается 1 200 000. Все, ну отсюда нам уже 15 минут езды максимум, мы будем в Вифлееме. Сдувает, а? Как-то растилочно сдувается голодухи. Нет. На ощущения, по крайней мере. С правой стороны у нас получается Масличная гора. Видите шпиль, который стоит, колокольня? Спасо-Вознесенский русский монастырь. Такой колокола на этой колокольне самого русских женщин на руках. Города Яфа, 82 метра. Внизу основания золотые купола, видите, в зеленой роще маленькие луковички. Между... Это русский монастырь Марии Магдалины. Построен опять же конец 19 века на деньги царской семьи. Великая княгиня святая Елизавета Федоровна и супруга Сергей Александрович. Здесь она принимает переход из католицизма в православие. Здесь же она венчается и здесь же она будет похоронена после смерти. Могила со всей царской семьей в 18 году в Волопаевске. Ну а четвертом ее больше перевезли через Тарбинцу, слепал сюда и здесь. Тут же, как бы, в этом районе есть достаточно большое количество небольших карьеров, таких кабельных. Вот один из них с правой стороны. Часть пород, которые здесь находятся, ну, называется, наверное, по-русски мелом. Меловая порода. Ее очень часто просто пережигают и получают известь. Вот это один из маленьких заводов, который, видимо, этим и занимается. Козы и барашки с правой стороны пасутся среди автомобильной резины. Все, мы с вами въезжаем на территорию палестинской автономии. Вот сейчас проехал мост, мы, собственно, въезжаем на территорию автономии. Тут в ближайшие 2 минуты мы увидим, будет пропускной пункт или нет, и тогда я уже продолжу рассказывать дальше. Все, друзья, мы въехали на территорию Бейт-Сахур. Бейт-Сахур – это пригород Вифлеема. Вифлеем на разных языках звучит по-разному, но, допустим, на иврите он звучит как Бейт-Лехем, на арабском Бейт-Лахем. Звучит очень похоже, а смысл немножко разный. На иврите это дом хлеба, а на арабском это дом мяса. То есть, что для кого хлеб. Вот. На самом деле, объяснение крайне простое. Вот мы сейчас едем по району, который называется Бейт-Сахур, то самое поле пастушков. Те первые пастушки, которые первые увидели звезду, которая вошла на небе, когда родился Спаситель, когда родился младенец Иисус. И те самые первые пастухи, которые первые об этом сказали и указали трем волхвам, пришедшим с востока Вифлеем, они указали им на место пещеры Рождества. Здесь, как мы знаем, и царь Давид родом своим из Вифлеема, из рода царя Давидова. Должен был прийти Спаситель. Мы это читаем в первых строках Евангелия. 14 поколение от Авраама до Давида и 14 поколение от Давида до Иисуса Христа. Мы знаем, что Давид здесь был пастухом в Вифлееме. Тут он
раз животных, и, как и все пастухи в нашем районе, очень часто использовал пращу для того, чтобы направлять стадо в нужное направление, а также охранять от диких животных. Волки у нас сохранились до сегодняшнего дня. А вот с медведями, львами у нас сегодня уже плохо, уже лет 100 как нет. И вот тогда он научился замечательно пользоваться пращой. Все мы знаем о встрече Давида и Голиафа, когда закованный в доспехи витязь, воин, богатырь филистимлянский вызывает на бой, и никто из иудейского воинства не хочет выходить, видя такую мощь. И тогда выходит молодой парень Давид, который берет с собой прощу и 5 камней, и в результате этими 5 камнями побеждает самого могучего воина филистимлян. Друзья, в Вифлееме, в Бейт-Сахуре, в принципе, перемешку живут как христиане, так и мусульмане. Традиционно их занятие на протяжении последних 300-400 лет – это резьба по оливковому дереву. В самом Вифлееме, как я уже поговорил, соотношение сегодня христиан и мусульман – это 30-70. 30% христиан, 70% мусульман. Христиане по уровню образования здесь, в этом участке, значительно выше, то есть больше высшего образования, соответственно, по законам демографии меньше детей. Если в мусульманских семьях, опять же, от 8 до 12 в среднем, то в христианских 2-3, в редких случаях 4 ребенка. Поэтому естественно, что прирост населения будет больше у мусульман. Плюс после последних, как это назвать, у нас это называется интифада, может быть, слышали это выражение, а в принципе это бунт, восстание, не знаю, как это объяснить. То, что происходило здесь с 2000 года по 2006, то есть большое количество христиан просто покинуло территорию Вифлеема и территорию страны, перебравшись своим родственникам в Европу, Америку и прочие места. А я дома сидит, и то умирает уже. Говорит, что... Ай, ветровки нету. Сейн Вегас. Специально сделаю, чтобы пригнули голову. Прикольнее, да? Да, тебе поснять? Ой. Мама. Просто сложника у меня осталось, поэтому однозначно, наверное, стоять не буду. Вы видели, что на храме нет никаких украшений. Так вот, произошло это занижение входа по той причине, что у местного населения иногда была привычка не христианского заезжать сюда на верблюдике либо на своем мостике и забить кальяны по храме. Ну как, от дождя можно спрятаться от жары. Однажды сюда въехал бедуин. Въехал сюда на верблюде, начал забивать кальян. И в это время произошло чудо. Камень здесь раскололся, что-то покрывало, упало, и отсюда среди этих отверстий вылетело рой пчел, которые покусали его и животное, и выгнали отсюда. И вот после этого занизили вход, чтобы каждый входящий сюда преклонялся, и другим как бы они могли нарушить спокойствие этого места и осквернить его. Поэтому сегодня существует традиция, нужно сложить пальцы. Вот таким вот образом, видите? Чтобы все 5 пальцев попали в отверстие. Ставить их вовнутрь и загадать желание, оно должно исполниться. Теперь, пока вы это делаете, друзья, кому чего нужно осветить, выдайте, пожалуйста, мне и кто-нибудь один, которому важнее всего, как вам кажется, попасть вовнутрь. Я больше не смогу. Иду! Надо двигать еще. Скажи, пожалуйста, мы можем только поставить это все и на двое. Только осветить для группы и все, больше ничего.
Мы буквально тут сзади меня немецкая какая-то группа. Мы его заберем ровно 10 секунд. Все, кто подходит, подходит только с правой стороны от меня. Фотографируют этот хайпай. Что даже надо? Сейчас минуту еще. Как я уже упоминал, когда родился младенец Иисус, на небе взошла звезда. Эту звезду увидели три волхва. Один приходит из Ирана, другой приходит из Индии, третий приходит из Йемена. Одного звали Гаспар, другого Бальтазар, третьего Мельхиор. Каждый из них приносит дары. Один приносит золото, как царю. Другой приносит ладан, как Богу. И третий приносит смирну, которую используют в помазании, как смертному. И они приходят к младенцу Иисусу, но они не знают, где это родилось, они не знают, зашла звезда над Вифлеемом. Они проходят мимо Иерусалима и заходят к царю Ироду и говорят: «Ирод, мы видели звезду, родился Спаситель, родился царь иудейский». Ироду, он же сам царь, тоже царь иудейский, для него это конкурент. Он говорит: «Ребята, все хорошо, быстренько в Вифлеем вы сходите, на обратном пути расскажете, где что и зачем, почему». Он знает, где родился его конкурент. Волхвы поняли, что, собственно говоря, если они вернутся и расскажут, где находится младенец Иисус, то Ирод попробует его уничтожить. Поэтому они не возвращаются через Иерусалим. Ирод же понимает, что никто к нему ничего не скажет, и он не знает, где конкретно и что происходит, поэтому принимает решение уничтожить каждого младенца от нулевого возраста до 2 лет, ну, чтобы просто не ошибиться. Теперь сразу скажу, что нет исторической записи или код археологического подтверждения, кроме того, что нашел святой Иероним Сидонский, тот самый, который перевел все святое писание с греческого, с иврита на латынь. Это католический святой, он служил здесь, он же нашел эту пещеру. Пещера недалеко отсюда, но открывается крайне редко. Это в владениях греков, открывает в основном для своих. На месте этой пещеры после смерти Иисуса местные язычники, греки и римляне, делают капище. Кому? Богу Адонису, любовнику Венеры. И только с приходом сюда императрицы Елены и императора Константина, которые строят первый храм в 4 веке, они очищают пещеру Рождества, убирают рощу, которая посвящена Адонису, и строят первый храм. Те самые самаритяне, о которых я вам рассказывал в самом начале экскурсии, приходят сюда в 529 году и разрушают храм до основания. Юстиниан, император римский, восстанавливает это обратно. И когда сюда приходят персы, которые разрушили храм гроба Господня, они видят на фронтоне, ее сейчас нету, замечательную мозаику, в которой три волхва поклоняются младенцу Иисусу. И один из них одет в одежды перса. Они понимают, что если их мудрецы поклоняются младенцу Иисусу, они не могут разрушить этот храм. Поэтому они его не разрушают. Следующее, уже мы перепрыгнули. Когда пришли мусульмане, храм остался стоять на своем месте. Реконструкцию, которую мы видим, это реконструкция крестоносцев, уже 12 век, после разрушения фатимидской шиитской династии Египта, халиф Аль-Хаким, 12-й имам в шиитском исламе, разрушил это место. Видите замечательные фрески, которые сделаны не по технике фрески, а покрашены масляными красками. Одно из первых вещей, которые писаны масляными красками в мире, сохранились до сегодняшнего момента. Вкратце, у нас есть тут мозаика с первого храма, типа храма Константина, которая, собственно говоря, нет ни одного изображения ни людей, ни животных. Это тот период, когда христианство боролись с иконами. Знакомы с таким моментом? Иконоборчество называется. Пока не нашли определение, что такое икона. То есть, если мы молимся иконе, да, соответственно, мы что делаем? Мы молимся иконе, значит, как божеству, да? Икона создана не для этого. Икона для того, помогает нам сосредоточиться на молитве Господу. Она помогает нам сосредоточиться на ней. И тогда, собственно, когда к этому пришли, это заняло 200 лет, когда к этому пришли, икона стала канонической. То, что принято везде. Перед нами есть алтарь. Алтарь 18 века. Паникадилы, эти здоровенные светильники, которые вы видите перед собой, подарок Александра III, 18 век. Чистое серебро. Все оклады икон – подарок России. Если подойти поближе, давайте я вам покажу еще одно место, а потом у вас пару минут пофотографировать можно. Сама пещера находится прямо под алтарем. Она приблизительно размером с алтарь. Вход получается с правой стороны, выход с левой стороны. Там находится место Рождества, отмечено серебряной 14-конечной звездой, как в ордене Андрея Первозванного. Сам
правильно, ну, самой большой награды Российской, империи, да, и сегодня тоже. Собственно, Андрей Первозванов происходит от Адели Клиевской звуки, по большому счету. Там, за вот людьми, можно увидеть икону Вифлеемской Божьей Матери, улыбающуюся икону Вифлеемской Божьей Матери. Справа от нее вы можете увидеть алтарь, посвященный тем трем волхвам, которые пришли, а слева от иконы Вифлеемской Божьей Матери икона Рождества, которую заносят на Рождество Христово, заносят во внутрь, вниз. Это вот то, что можно увидеть здесь. Свастика, вот вы видите то, что я не говорю. Прошу вас со мной. Да, действительно, свастика. Ну, вот здесь вот родился, собственно, Бог. Именно вот эта вот пещера, не представляешь? Я там побывал и даже прикоснулся к месту его рождения, как известно.